Купить пластинчатый теплообменник в Домодедово вы можете, обратившись в компанию «Комплексное снабжение». Мы предлагаем теплообменное оборудование как для бытового применения, так и для крупных промышленных и инженерных систем. У нас представлен богатый ассортимент тепловых устройств от разных производителей, поэтому вы сможете подобрать подходящий вид в зависимости от условий эксплуатации, типа рабочей среды и теплоносителя. Наши инженеры окажут вам профессиональную помощь в подборе нужного устройства. Разборные ПТО отличаются универсальностью, к тому же в них можно менять число пластин, которые изготавливаются из разных материалов, в зависимости от условий эксплуатации теплового агрегата и типа теплоносителя. Как правило, разборные теплообменные устройства состоят из гофрированных пластин, Количество которых меняется в зависимости от потребностей в охлаждении, нагреве и других технологических нужд. Каталог теплообменного оборудования в Домодедово. Пластинчатые теплообменники. Паяные теплообменники. Кожухотрубные теплообменники. Пластины уплотнения. Установки для промывки теплообменников. Средства для промывки теплообменников. Как мы работаем? Индивидуально подходим к каждому клиенту и предлагаем доступные цены. Опытные инженеры производят расчет теплового агрегата в течение одного часа. Доставляем товар в любой регион России и по странам СНГ. Взаимодействуем с клиентом от подбора оборудования до монтажа и сервисного обслуживания, обеспечивая вашу организацию любым тепловым устройством. Гарантируем его бесперебойную и эффективную работу. Наши преимущества. Работаем без опросных листов. Расчет за 1 час. Изготовление за 3 дня. Бесплатная доставка. В компании ⁇ Комплексное снабжение ⁇ вы всегда можете получить консультацию по подбору теплообменного оборудования. Мы занимаемся производством пластинчатых аппаратов и поставками паяных, кожухотрубных, спиральных, сварных, полусварных и витых теплообменников. Наши инженеры рассчитают под нужный объект и подберут теплообменник, учитывая необходимые технические характеристики и пожелания.